I'm back with Kimu again for my third lesson so far this year. Я снова в Києві, в этот раз уже третий раз в этом году. So, I hope I don't hear any complaints this year that I haven't visited Kiev. Я надеюсь, что еще нет никаких жалоб на то, что я посещаю Киев. Actually, as many of you probably know, I came to Kiev this time because my sister wanted to visit me. И, может быть, многие из вас уже знают, что в этот раз я приехал в Киев, потому что моя сестра хотела посетить Киев. Arrivo. She's not here tonight. I told her I wasn't going to be doing much of the program tonight, so I told her to rest. Ее сегодня нет здесь, потому что я сказал, что сегодня особой программы такой не будет, поэтому я сказал ей, чтобы она отдыхала. Because she just flew from America, she was quite tired. Потому что она только прилетела из Америки, чувствует себя довольно уставшей. And I also have to be very careful about what I say from now on, because everything I say she finds out. И сейчас с этого момента я должен быть очень осторожным в отношении того, что я говорю, потому что я знаю, что все, что бы я ни сказал, она об этом узнает. I also found out today that she's telling a lot of things about me because she's my older sister. И также я сегодня узнал, что она говорит обо мне очень много разных вещей, потому что она моя старшая сестра. So, I don't know what she will say, what she already has said. Я не знаю, что она еще скажет, так же, как я не знаю, что она уже сказала. But she will be here, she'll be coming to some of the programs later this week. Но она будет здесь, она придет на какие-то программы, которые будут позже, на один день. She was very eager to come to spend time with your brother and to see the devotees in Ukraine. Но так или иначе, она очень хотела приехать и провести время со своим братом и увидеть также преданных. So and she is very inclined to be in the association of devotees. Она очень склонна к тому, чтобы находиться в обществе преданных. And therefore, when she comes to the temple, she is always happy to make more friends with the devotees. Please give her your association. Поэтому, когда она приходит в храм, ей очень нравится заводить новых друзей с преданными. Так вот, пожалуйста, давайте ей свое общение. But don't push too much. Но не слишком. Не слишком не стоит. And I told her that I would spend some time with her, so I'm not here all day. I'm with her going other places. И также я должен уделять какое-то время ей, поэтому я целый день нахожусь здесь, и мы ездим куда-то вместе. Since my original plan was to go to Hungary at this time, I came here specifically because this was the time that she could come here to Kiev. По плану я должен был быть в это время в Венгрии, но я приехал сюда в Киев именно потому, что у нее появилась возможность в это время приехать. So this is actually an unscheduled visit to Kiev. Поэтому этот визит, он в действительности не планированный. I'm actually supposed to be in Hungary. Я должен быть в это время в Венгрии. But I'll be going to Hungary from here. Но отсюда я поеду в Венгрию. So, just wanted to give that little brief introduction. Я хотел просто дать такое небольшое вступление. And for the devotees who are
especially from among my disciples who are eager to hear some stories from my sister. I think she'll probably be enthusiastic about it. И для тех учеников, которые хотят услышать какие-то истории, мне тоже. Especially for my disciples. Это в особенности для моих учеников. Она будет очень испытывать большой энтузиазм. Please, no video recordings, no tape recordings. Но, пожалуйста, никаких видео записей. I don't want to see one video coming from you. Я обещаю. Я не видел Тендера с вашей стороны. If you want to speak to her, you can speak to her. But... Вы можете говорить с ней, если вы хотите. Но не записывайте эту камеру. She even told me something today I never knew. Она мне рассказала. Actually, she didn't tell me. She told. I guess it was Majorama. Она на самом деле рассказала какие-то вещи, даже не мне, а Бажалала Мададжи, кажется, которых я даже не знал. She said that I used to scream so much when I was a child that all the neighbors would close their windows and shut the doors whenever they saw me come out of the house. Она сказала, что я кричал в детстве так сильно, что все соседи закрывали окна и двери, когда они видели, что я пробираюсь в дом. I didn't know that. Я не знал. I heard it for the first time this afternoon. Я услышал это впервые сегодня. I'm going to have to be prepared too. I think I might be hearing some new things myself. Поэтому, похоже, мне нужно быть самому готовым услышать какие-то вещи, которых я сам не знаю. The problem Prabhupada had his sister with her. The advantage was that Prabhupada's sister was younger than he was. У Прабхупады также была сестра, но преимущество Шрилы Прабхупады заключалось в том, что его сестра была младше его. My sister happens to be older than me. А моя сестра случилась старше меня. So she knows all the things I did when I was a baby. Поэтому она знает все, что я делал, еще с младенческого возраста. Я боюсь, что он начнет рассказывать все эти вещи тоже. I was going to chant this evening. Я собирался петь сегодня вечером. I just came from a Baltic festival in Lithuania. Я только приехал с Балтийского фестиваля, который проходил в Литве. We had a very wonderful festival there. Many devotees came from all over the Baltics. И там был удивительный фестиваль, много преданных приехало со всей Балтики. And we had some visiting speakers. Там также были приезжие проповедники. Шритикирти Прабху was there, Бхакти Чайтанья Свами was there, Джудиш Прабху was there. Шритикирти Прабху был там, Бхакти Чайтанья Махарадж был там, Бхагавати Прабху был там. Бхакти Викаш Махарадж was there. Бхакти Викаш Махарадж также был там. Еще несколько. Бхакти Викаш Махарадж was there, that's right. Бхакти Вигьян Махарадж Махарадж был там. And the festival in Lithuania is arranged in such a way that there's no simultaneous speakers. И фестиваль там организован таким образом, что там нет одновременно проходящих лекций. So the boys fight from the morning from Bhagavatam class all the way up to the evening. И преданные там целый день с самого утра до самого вечера они слушают Хари Катху. I complained, I said, we need more kirtan. Я жаловался, говорю, что мы нуждаемся в том, чтобы было больше kirtan. So we ended up having kirtan every night.
till about 11 or 12 o'clock at night. Bhakti Chaitanya Maharaj was definitely very enthusiastic about it. И у нас были киртаны, которые продолжались до 11 вечера каждый день, и Бхактисиддханта Махарадж был очень большим энтузиастом. And we would chant for at least a couple of hours. И каждый вечер мы пели по крайней мере несколько часов. И преданные были очень энтузиазны, они испытывали большой энтузиазм, и они пели очень сладко, и танцевали тоже большим энтузиазмом. One of the organizers of the festival wrote me a letter 2 days ago and told me that all the older devotees were coming and telling them that this was the best Baltic festival they ever had because there was so much kirtan. И только 2 дня тому назад один из организаторов этого фестиваля написал мне письмо, в котором он сказал, что к нему подходило много старших преданных, которые делились с ним и или сказали, выразили свое мнение, что это был самый лучший фестиваль, балтийский фестиваль за все эти годы, потому что там было много киртана. И я был очень... Меня это очень сильно вдохновило, услышав это, я сильно вдохновился. It was the first time I had been in the Baltics for 3 years. Я был там впервые за 3 года. And then I visited Belarus, it was the first time I had been there for 3 years also. И я также после этого посетил Беларусь, где я был впервые также за 3 года. And we also had some lectures and a lot of kirtan. И у нас там также было были какие-то лекции и много киртан. And I was very happy to see the devotees from Belarus again that I hadn't seen for so many years. И я также был счастлив увидеть многих преданных из Беларуси, которых я не видел много лет. And now I'm back here in Kiev and we're going to have some kirtan. И вот сейчас я опять в Киеве, и мы собираемся сейчас. But first I was going to chant Kevalashtakam. Вначале я хотел пропеть Kevalashtakam. And we have some sheets here. Здесь есть распечатки. It may not be enough for everyone to go around, please share. Может быть, тут не хватит на всех, но, пожалуйста, делитесь. То есть так, чтобы надеть его. Несколько человек на Mother,
Yeah.
Krishna is alone the sweetest of all sweet things. Святое имя Шри самое сладкое среди всего самого сладкого. It is the most auspicious of all auspicious things, and it is the greatest purifier of all purifying things. Это самое благоприятное среди всех благоприятных вещей, и это имя самое очищающее среди всего, что приносит очищение. The entire material creation, from Brahma down to the clump of grass, is a product of the illusory energy of the Supreme. Все творение, начиная с обители Брамы и до муравья, все это продукт, все это лишь продукт иллюзии Всевышнего. Shri Harinam is alone reality. Только лишь Shri Harinam является единственной реальностью. If someone teaches us to remember the holy name of Hari alone, если кто-то учит нас тому, чтобы помнить только лишь о имени Хари, then that person is our preceptor, father, mother, and friend. То тогда такой человек является нашим учителем, нашим отцом, нашим матерью, другом. There is no certainty in when our last breath will come. Нет никакой уверенности в том, когда наступит день смерти. Therefore, the name of Hari must be exclusively chanted from one's very childhood. Поэтому имя Хари необходимо повторять с самого детства, постоянно. Только лишь имя Хари можно повторять. Exclusively chanted from one's very childhood. Shri Hari eternally dwells in that place where great souls chant His holy name alone with great devotion. Shri Hari всегда пребывает в том месте, где чистые преданные поют Святое имя с чистым сердцем. Alas, what a sadness! Увы, как печально. What a great sorrow. Как это печально. It is more painful than any misery. Это приносит гораздо большую боль, чем любые страдания. That this jewel of the Harinam, the holy name of Lord Hari, что этот бриллиант Харинам, святого имени Хари, has been mistaken as a piece of glass. Восприняли просто как осколок стекла. And has thus been forgotten by the general mass of people. И таким образом о нем забыло большинство, основная масса людей. Hear again and again. Слушайте вновь и вновь. Utter over and over. Снова и снова произносите. Eternally sing and sing again the name of Hari alone. Пойте и пойте вновь и вновь только лишь имя Хари. It is the Harinam alone which is full of ecstasy and divine knowledge. Только лишь Харинама наполнена восторгом и исполнена знанием. It is the supreme pure and reigns supreme over all. Она является высшим, чистым и reigns, rules, that's right. Making the entire universe seem as insignificant as a blade of grass. И все по сравнению с именем Хари, вся вселенная кажется незначительной, подобно травинке. So this Harinamashtakam, Kevalashtakam, very nicely describes the importance of chanting the holy name of the Lord. Итак, это Харинамаштакам или Кевалаштакам, она очень замечательно описывает удивительный эффект пения святого имени. Sometimes the devotees admit they have difficulty chanting their prescribed rounds.
Иногда преданные встречаются с трудностями в повторении предписанного количества кругов. Sometimes the Lord, we hear from the devotees that they have no taste for the holy name of the Lord. Иногда мы слышим о том, что у преданных нет вкуса к пению святого имени. Sometimes we hear about devotees, sometimes they're neglectful and they're too busy to be able to chant any of the prescribed rounds. Иногда мы слышим о том, как преданные либо относятся пренебрежительно, либо они слишком заняты для того, чтобы повторять предписанное им количество кругов. Sometimes we even hear devotees that say they can't chant. Иногда мы даже слышим о том, что преданные говорят, что они просто не могут повторять. Of course, there may be many reasons why these difficulties arise in the chanting of the holy name of the Lord. Конечно, может существовать множество разных причин, по которым человек может испытывать трудности в повторении святого имени. We may not be able to fully appreciate how important the holy name of the Lord is for our advancement in spiritual life. И может быть мы не способны оценить, насколько святое имя важно для нашего продвижения в духовной жизни. But as the author times explained that chanting the holy name of the Lord is our only means for advancing in spiritual life. Но как часто нам объясняют, святое имя является единственным средством нашего продвижения в духовной жизни. Even though there may be no taste. Даже в том случае, когда, может быть, мы не испытываем вкуса. Just like the other night in Minsk, we were reading that commentary by Srila Prabhupada when he talks about chanting and dancing. Как однажды вечером в Минске мы читали комментарий Шрилы Прабхупады, где он говорит о пении и танце. And he says, even if you don't feel ecstasy, и он говорит там, что даже если вы не испытываете восторга, if you dance by force, that will also help us. Если вы будете танцевать, заставляя себя, это также поможет нам. He was referring to dancing and chanting, not just dancing alone. Конечно, он здесь имеет в виду и пение, и танец, не только лишь танец. Sometimes we see devotees go out and hurry around, and people will dance with the devotees, but they mock dancing, making fun, but they won't chant, but they start dancing very loudly. Мы можем иногда видеть, как когда преданные выходят на харинаму, люди начинают танцевать вместе с ними, но все эти танцы — это такие шуточки танцы, они преданные не поют. Because they're dancing along with the Harinam, still there'll be some benefit. Конечно, они танцуют вместе с Харинамой, поэтому, конечно, все равно благо они получат. But Prabhupada said, even if you don't feel ecstasy, if you do this by force, it will also help us. Но Шрила Прабхупада говорит, что даже если вы не испытываете восторга и экстаза, и вы делаете это, заставляя себя, вы все равно будете продвигаться. Иногда мы можем удивляться и задумываться на тему, сколько же времени я еще должен продолжать заставлять себя. Но если мы только лишь задумаемся над тем, сколько времени заняло то, чтобы мы оказались в таком положении, в котором мы сейчас находимся материально. How long we've been stuck in having to accept repeated births and deaths in the material world. Сколько времени мы уже находимся здесь, застряли, принимая постоянные повторяющиеся рождения и смерть. One lifetime is not such a long time to dedicate myself to the holy name of the Lord. Поэтому в сравнении с этим одна жизнь — это не слишком большой промежуток времени для того, чтобы посвятить себя святому имени. But we actually have to have faith that holy name is actually going to help us to achieve the desired result.
Но мы должны обладать верой в то, что Святое Имя – это как раз то средство, которое поможет нам обрести желаемый результат. Prabhupada said, even if we don't feel ecstasy, if we do it by force, it will still help us. Шрила Прабхупада говорит, что даже если мы не испытываем восторга, если мы просто будем заставлять себя, это также поможет нам. Well, sometimes we hear complaints, you know, from the world. How come I don't want to do something that I'm forced to do? I'd rather do something that is more pleasing, more satisfying. Иногда мы слышим, как преданные жалуются и говорят, что почему я должен делать то, что мне не нравится, почему я должен делать что-то, заставляя себя, я скорее буду делать то, что мне более приятно. Spiritual life is not always based on just force, you must do, you must do. Духовная жизнь не всегда основана на том, что на какой-то, на каком-то насилии, что мы должны делать это. There is supposed to be a higher platform of spiritual life, which rises, which springs spontaneously from the heart. В духовной жизни предполагается есть более высокий уровень, на котором человек делает все спонтанно благодаря побуждению сердца. After all, it was the Lord Himself who said, "Yugadama Prabhatama Nama Sankirtan Chandi Baba Bhaktiyam Rachimuhuvan." After all, it was the Lord Himself who said this. В конце концов, сам Господь произнес эти слова. Where he said that I shall personally appear myself again. I will come again. Где он сказал, что я вновь явлюсь сам, лично. After Krishna came 5,000 years ago and manifested his pastimes with his eternal associates and friendship, parental affection, conjugal love and servitorship. После того, как Господь Кришна явился сам лично вместе со своими спутниками и проявил эти различные виды взаимоотношений, дружеские, супружеские, родительские и отношения служения. He enjoyed with his eternal associates as long as he desired, and then he left. Он находился здесь, наслаждаясь отношениями со своими спутниками, и затем он ушел. After he left, he began to think to himself, for a long time I have not bestowed the type of loving service upon the inhabitants of the world, which is rendered by, like the service rendered by those of the residents of Vrindavan. Then he said to himself, for a long time, I have not bestowed upon the inhabitants of the world the type of devotional service which is performed by the residents of Vrindavan. И затем он сказал сам, что он долгое время не давал людям этого мира те взаимоотношения, любовные взаимоотношения, которые существуют между ним и жителями Враждана. He said, without such type of devotional service, this whole material world is useless. И он сказал, что, но, однако, без такого вида преданного служения, все это материальное творение просто бесполезно. He said, everywhere people are worshiping me with awe and reverence. Он сказал, что повсюду люди поклоняются мне с большим почтением и благодарением. He said, but therefore I should come again. And this time, Yugadama Prabhatama Nama Sankirtan, I shall bestow the type of devotional service which is rendered by the residents of Vrindavan to the congregational chanting of the holy names of the Lord. И он сказал, что поэтому я приду сейчас вновь для того, чтобы даровать этому миру, людям, тот тип преданного служения и отношений со мной, которыми наслаждаются только лишь жители Враждана. He said, I will make the whole world dance in ecstasy, realizing the four realms of ecstatic love and devotional service. И он сказал, что я заставлю весь мир танцевать в восторге, осознавая эти четыре вида любовных взаимоотношений, которые существуют в Вриндаване. I will accept the role of a devotee. Он сказал, что я приму роль преданного. And I will teach devotional service by practicing it myself. И я буду учить преданному служению, практикуя это преданное служение сам. Without practicing devotional service, it is not possible to teach devotional service. Не практикуя преданное служение, невозможно проповедовать преданное служение. This is confirmed in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam.
И это подтверждается в Бхагавад-гите Шримад-Бхагаватам. Krishna quotes two verses from Bhagavad Gita. Yada yada vinasya arjanaya sadhanam. И затем Кришна цитирует эти два стиха, да, 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 все и Where Krishna says that whenever there is a predominant rise of irreligion and a decline in religious practices, at that time I advent myself. Где Кришна говорит о том, что когда бы на земле религия не приходила в упадок и не воцарялась без Божия, я прихожу сам. In order to deliver the pious and annihilate the miscreants and to re-establish religious principles, I advent myself millennium after millennium. Для того, чтобы уничтожить негодяев и для того, чтобы спасти преданных, я прихожу в этот мир творение за творением. If I myself did not follow the principles of religion, then this whole world would be put to ruin. И если я сам не буду следовать принципам религии, то тогда весь этот мир будет придет в упадок, разрушится. I would be the cause of unwanted population. И я тогда стану причиной нежелательного населения. And I would spoil all living entities. И таким образом я стану причиной порчи всех живых существ. Because whatever actions are performed by a great man, there's none of them follow in his footsteps. Потому что какие бы действия не совершал великий человек, обычные люди будут следовать за ним. And whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues. И какие бы стандарты он не устанавливал своим примерным поведением, весь мир будет следовать ему. So Krishna was thinking this way. И так Кришна думал таким образом. He said that I will accept the role of the devotee and I will teach devotional service by practicing it myself. И поэтому он думал, что я приду сам как преданный и не буду учить людей преданному служению, практикуя это преданное служение сам. Krishna said, I'll make the whole world dance in ecstasy. И Кришна сказал, что я заставлю весь мир танцевать в восторге. So that was the intention for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И так, таково было намерение, благодаря которому явился Шри Чайтанья Махапрабху. Of course, he was talking about the inauguration of Harinam Sankirtan. Конечно, он говорил о Харинам Санкиртане на улице. Харинам Сангиртан. На улице тоже. Он говорил о Харинам Сангиртане. На улице тоже. First it began in the house of Шривас Такур. Да, вначале это началось в доме Шривас Такур. После этого на улице. But his intention was to make the whole world dance in ecstasy. Но его намерение заключалось в том, чтобы заставить весь мир танцевать в экстазе. But sometimes in kirtan, it's a lot more easier to chant than in this world chanting on japa. Конечно, иногда в киртане петь святое имя гораздо легче, чем когда мы должны повторять свой джапу. I remember, you know, I was telling the devotees in Lithuania, because we had one night about the holy name of the Lord, and I was speaking a little bit about some of my memories of the early days. Я помню, как в Литве я рассказывал преданным, потому что это был вечер о святом имени, и я вспоминал первые дни в сознании Кришны. When I first joined, you know, the Harinam, that was our main activity. Когда я только присоединился, то Харинама, это была наша основная деятельность. I mean, there was no question of living in a temple and not going on Harinam. Didn't exist. Просто не существовало, не возникало даже вопроса о том, чтобы жить в храме и не ходить, не выходить на харинаму. Такого вопроса просто не существовало. In the morning,
everybody would clean the temple together. Утром все вместе убирали храм. And then after the temple was cleaned, then we all got ready to go out and Harinam. И после того, как храм был убран, все были готовы, чтобы выйти на Харинам. And we went up in Harinam for sometimes 6, sometimes 8 hours. Мы выходили на Харинаму иногда на 8, на 6, иногда на 8 часов. And just, of course, we weren't always chanting and dancing. Sometimes we would sit down and chant. Конечно, мы обычно в основном прыгали, танцевали, но иногда мы садились так. But I remember in those early days going out in Harinam and serving the Holy Name on Harinam, it gave me the greatest realizations of how I'm not part of this material world. Я помню очень отчетливо то, что вот эти выходы на Харинам, они дали мне очень сильно понимание того, что мы не являемся частью этого материального мира. Everybody has that experience, right? Все имели такой опыт. You go up and hurry up, and you're just standing there in the same place, watching all these people go by, and some people are laughing, some people are dancing, some people are just disinterested. Everybody is busy. Вы ходите на Харинам, вы стоите, и мимо проходят люди, которые иногда как-то заинтересовываются, иногда танцуют, иногда не обращают внимания, иногда просто заняты чем-то. And you always have those people who always go by and say, you know, what are you people doing here? Всегда находится категория людей, которые проходят и говорят, что вы здесь, чем вы занимаетесь? They just can't figure it out. Они просто не могут понять. You know, why somebody would, you know, especially when everybody's caught up so much and every moment is so valuable for making money. Они просто не могут понять, как это возможно, что в то же самое время, когда все находятся в таком жадном распорядке, где каждое мгновение настолько ценно для того, чтобы заработать деньги, and people would walk by trying to figure out, you know, what are you doing? Люди поэтому проходят мимо, они просто пытаются понять, ну, что здесь происходит, чем они занимаются. And I remember those experiences giving me the strongest realization that I had nothing to do with all. I'm not part of all of this. И я помню, что вот эти мгновения, они приносили мне очень глубокое осознание, понимание того, что я не имею с этим ничего общего. Я не являюсь частью этого. Chanting Hare Krishna is just a completely spiritual activity and it has nothing to do with the material world. Повторение Хари Кришна — это совершенно, абсолютно духовная деятельность, которая не имеет ничего общего с материальным миром. The holy name of Krishna is transcendentally blissful and bestows all spiritual benedictions because it is Krishna himself, the reservoir of pleasure. Святое имя Кришна, оно исполнено блаженства, и поскольку это сам Господь, и оно дарует самое возвышенное благословение. All spiritual benedictions are bestowed by the holy name. Все духовные благословения даруются святым именем. Just like last time we were here, we were talking about Kola Vinchashira. Как в прошлый раз мы слышали о Боге, когда мы говорили о Кола Вичичире. Lord Chaitanya said, please, Shaitan, let me give you some benediction. И когда Господь сказал, обращаясь к Кола Вичичире, пожалуйста, позволь мне даровать тебе какие-то благословения. Shaitan said, please just let me chant your name for a И Сидар ответил ему, что пожалуйста, просто позволь мне повторять твое святое имя рождение за рождение за рождением. Все благословения находятся в имени. Святое имя никогда не попадает под влияние материального знамения. It's always eternal and it's always liberating. Оно всегда вечно и свободно. So, when this is our primary activity is
chanting Hare Krishna. Итак, это наша главная деятельность, это пение Хари Кришны. And it's the means for convincing us, for giving us the strength and the realization that actually that we're not products of this material world. И это то самое средство, которое принесет нам убеждение в том и понимание того, что мы являемся продуктами этого материального мира. And all the activities that are connected to this material world, they're just meant to be temporarily performed. И что вся эта деятельность материального мира, она предназначена просто лишь для временного исполнения. Just enough to maintain the body so we can use it for chanting Hare Krishna. Все это необходимо просто лишь настолько, насколько это позволит нам поддерживать наше тело, чтобы повторять сотворение. Кришна, Кришна Намахайте Баба, Кришна Раджана. The holy name of Krishna brings one to the lotus feet of Krishna. И тогда Святое Имя Кришны приведет вас к стопам Кришны. That is our life. Такова наша жизнь. And I remember, as I was telling the story, remembering the early days, how our days were just so much just dedicated to chanting Hare Krishna. Я помню, как я рассказывал эту историю, в ранние дни наша жизнь, она была настолько посвящена просто тому, чтобы распространять это святое имя. Sure, we chanted our japa in the morning. Несомненно, мы повторяли нашу джапу утром. We would go out and we would chant on Hare Nam. Затем мы выходили и повторяли, пели имя на Hare Nam. We stopped for a little while and take lunch. Мы прерывались на какое-то небольшое время, принимали обед. Then we'd go back out and continue to chant. We would just take lunch right there with the Bible and we chanted, we'd just sit down in the grass. Мы обычно обедали прямо неподалеку от того места, где мы воспевали. Просто садились на траву и обедали. И затем мы продолжали петь весь остаток дня. И мы возвращались вечером на Сундарарти. На самом деле, в те дни все было очень просто. And I was surprised, like Mutarnath was there when I told this story that all my other god brothers who all spoke said they did the same thing. Я был удивлен. Мутарнат, который он не даст мне соврать, он был там. Все мои духовные братья, они, когда я говорил об этом, они также подтвердили, что они занимались тем. Everybody else was confirming, yeah, we used to just, that was what we used to do, it was the same thing, we used to go out and hire them all day long. Они все подтвердили это, что да, то, чем мы были заняты в те времена, и просто весь день выходили и пели Hare Nam. All the different temples, no matter where they were, we always used to eat the same food. Во всех разных храмах по всему миру мы ели одну и ту же пищу. Except, who was it that had bag chickpeas? Was it Shruti Kirti? Oh yeah, Bhakti Chaitanya Swami said he used to have 9 chickpeas for breakfast, but the Basta temple was noted for being a very austere temple, and we only used to have 3 chickpeas for breakfast. Бхакти Чайтанья Махарадж, он сказал, что у них на завтрак было 9 горошков, а Боснурский храм был известен как очень эстетичное место, потому что там было на завтрак 3 горошка. Когда утром раздавали завтрак, то они раздавали по тарелкам. Раз, два, три. Раз, два, три. И ложили также немного имбиря. We also had oatmeal, каша. И также у нас была какая-то каша овсяная. Такой был наш завтрак. I was surprised that all the devotees would tell their stories about how we go out and Hare Nam.
Я был удивлен тем, как преданные все рассказывали о том, что они выходили на Харинаму целый день. Of course, Prabhupada, I was also around when Prabhupada started, you know, massive book distribution also. Конечно, это было также при мне, когда Шрила Прабхупада начал это массовое распространение книг. Но когда я только присоединился, в то время не так много книг распространялось. Итак, весь день был просто посвящен тому, чтобы петь Святое Имя. Chanting in the morning, chanting during the day, chanting at night. Повторение было утром, днем, вечером. Of course, then the movement began expanding, devotees started getting married, more householders would come, devotees started working. Конечно. Things changed. Со временем вещи стали меняться, по мере того, как движение росло, появлялось все больше и больше семейных людей. And it's understood these things, what happened and did happen. И, конечно, нужно понимать, что все эти вещи, они произошли, и все они должны были произойти. But just as Lord Chaitanya came with an intention, he came with an intention to make the whole world dance in ecstasy, chanting the holy name of the Lord, Srila Prabhupada also had an intention. Но точно так же, как Господь Чайтанья пришел с этим намерением заставить весь мир петь и танцевать, кстати, точно так же Шрила Прабхупада, приехав на Запад, у него также было именно это намерение. It was obvious what his intention was, because he did it himself. He taught by his example. И каким было его намерение, было совершенно очевидно, потому что он делал это сам, и он учил своим примером. Just as Lord Chaitanya said, I will accept the role of a devotee and I will teach devotional service myself by my example. Точно так же, как Господь Чайтанья сказал, что я буду учить преданному служению, занимаясь этим сам. Прабхупада came to the West and did the same thing. Шрила Прабхупада, отправившись на Запад, делал то же самое. He taught by his example. Он учил своим примером. He showed how his life was totally dedicated to chanting and distributing the holy name of the Lord. Он учил своим примером, потому что его жизнь была полностью посвящена пению Святого Имени, распространению Посвящения. Same drum that he used in Tompkins Square Park is still there in New York. И в Нью-Йорке там по-прежнему есть тот самый барабан, который он использовал в Tompkins Square Park. Когда он просто выходил в одиночку в этот парк и начинал петь Святое Имя. Such faith. Такая вера. He declared himself to be like an insignificant beggar, but his only possession was the firm faith in the holy name of the Lord. Он говорил о себе как о незначительном попрошайке, и но все, что у него было, это очень твердая вера в Святое Имя. So we have to cultivate that type of faith. The holy name of the Lord is everything. Мы также должны взращивать в себе ту же самую веру в то, что Святое Имя — это все. Even though we have so many other things that we have to do, so many other duties to perform. Даже несмотря на то, что у нас может быть так много разных дел и обязанностей, которые мы должны исполнять. We should keep our sights set on the goal. Мы всегда, тем не менее, не должны пускать из виду наши цели. Ultimately, everything we do must culminate in our ability to chant with faith. В конце концов, все, что мы делаем, должно, кульминацией всего этого, должно быть наша способность петь Святое Имя с верой. And even though the mind will find so many excuses. И даже несмотря на то, что ум будет видеть так много различных оправданий. They are unlimited. Этих оправданий существует бесконечно много. Мы перечислили всего лишь несколько из этих. Но мы можем найти так много оправданий, которые
по которому ми не зможемо повторити. Well, if you forget how nectar it is, then just go out and have it now. Нужно просто забыть обо всем этом и просто выйти на хрену. Just one day, go out and hurry now. Just practice not being part of the material world. Просто однажды нужно выйти на хрену и практиковать то, что то понимание, что мы не являемся частью этого мира. That's what Prabhupada was saying in this, what we read the other day in Vince. И то, о чем Шрила Прабхупада говорил, а что мы читали несколько дней назад в Минске. They were practicing to teach us. Он говорит здесь, что они практиковали это для того, чтобы научить нас. Simply teaching will not do unless we practice. Просто поучения не помогут до тех пор, пока мы не будем сами практиковать. That is very important thing, practice. Итак, это очень важная вещь – практиковать, применять это на практике. Practical life. Практической жизни. Simply quoting verses like parrot will not be very much beneficial. Обычное повторение подобных попугаев стихов не поможет. Like parrot. One must apply. Человек должен применять это. Гьяна Вигьяна Сахита. Гьяна Вигьяна Сахита. So, should go out being practiced, not being part of the material world. Итак, это необходимо практиковать, выходить на улицу и практиковать, не быть частью этого мира. We'll experience the practical realization of how Krishna consciousness is supposed to bring us to a more elevated state of consciousness. И тогда это принесет нам опыт того, что сознание Кришны — это нечто, предназначенное для того, чтобы возвысить нас и поднять на духовный уровень. Не только мы не являемся частью этого мира, но, кроме того, помимо этого, мы являемся вечными слугами Кришны. And chanting Hare Krishna is the primary means to help awaken us, awaken within us that realization that we're servants of the divine couple. И повторение святого имени Хари Кришна является главным средством, которое поможет нам осознать то, что мы являемся вечными слугами Божественной Читы. Anyways, these are some thoughts that just come to my mind when we chanted this bhajan. Так или иначе, это несколько мыслей, которые пришли мне, когда мы пели этот бхаджан. И сейчас мы можем петь Хари Кришна. Вы можете оставить себе.